Имя Димаша Кудайбергенова известно почти каждому жителю Казахстана, где он родился, и Китая, где он произвел огромный фурор своим вокальным талантом. Число поклонников Димаша можно записаться очень легко. Достаточно прослушать лишь одно его живое выступление. Предлагаем познакомиться с ним поближе. Представляем 14 интересных фактов об артисте, которому аплодировали стоя Игорь Крутой и Ани Лорак, и кому лично выразили свои восхищения Лара Фабиан, Джеки Чан и Альбана. Итак, начнем. Полный вариант фамилии, имя, отчество артиста – Динмухамед Канутылы Кудайберген. Но семья и друзья все его звали Димашем. Димаш – старший ребенок Каната и Светланы Айтбаевых. Он появился на свет 24 мая 1994 года в городе Актабек, Казахстан. У него есть младшая сестра Раушан и брат Абиль Мансур. Музыкальный слух и певческий талант Димаш получил по наследству. Его отец Канат – известный певец, заслуженный деятель Казахстана, так же, как и мать Светлана – сопрано-певица в Актюбинской областной филармонии. Художественный руководитель детской студии САС и обладательница того же почетного государственного звания. Бабушка Димаша Миуа Низатмуддинова пела в молодости, а дедушка Кудайберген Атбаев играет на домбре. Именно благодаря маме и папе большая часть детства Димаша прошла за кулисами концертных залов. Его мама Светлана вспоминает, как, будучи маленьким, Димаш выбегал на сцену после выступления родителей и благодарил зрителей за аплодисменты. Первый выход на сцену Димаша в качестве артиста состоялся в раннем возрасте. Ему было всего 2 года, когда он был задействован в маленькой роли в постановке, а свою первую песню со сцены он исполнил в 5 лет. Димаш начал учиться музыке с 5 лет, играл на фортепиано и брал уроки вокала в детской студии Актюбинского музыкального колледжа имени Жубанова. С детства Димаш занимается плаванием, благодаря чему ему удалось развить способность к долгой задержке дыхания. Талант композитора проявился у Димаша в школьные годы. Он перекладывал на музыку стихи известных казахстанских поэтов и писателей и писал тексты сам. Вокальный диапазон артиста включает 5 октав. 4 ноты и 1 полутон. Самая низкая нота в его исполнении – фа, большой октава, а самая высокая – ре, 5 октавы. Первые лучи славы засветили на Димаша после его выступления на ежегодном международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар» в Витебске. Он представил казахскую народную песню «Дай дидау» и песню Аллы Пугачевой Кристины Арбакайте «Опять метель». Его исполнение было настолько виртуозным, что члены жюри выставили ему 175 баллов из 180 возможных, тем самым позволив завоевать гран-при. Впечатленные талантом Димаша, директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и ректор Казахского национального университета искусств пытались убедить его посвятить себя оперному искусству. Однако Димаш захотел развиваться в сфере популярной музыки. В конце 2016 года директор вокального конкурса АМ Синги телеканала Хунан ТВ в Китае пригласил Димаша в город Чанша на прослушивание для участия в шоу талантов. Хонг Тао был настолько впечатлен даром 22-летнего музыканта, что не только включил его в состав участников конкурса, но и поспособствовал тому, чтобы Димаш подписал контракт с агентством Black Gold Talent в Пекине. В телепроекте АМ Синги Димаш был самым молодым участником. И вопреки его собственным ожиданиям, ему удалось дойти до финала и занять 2-е место. Для 6-го тура конкурса «I'm Singing» Димаш выбрал песню Лары Фабиан. Виртуозное исполнение принесло ему 1-е место в туре и поздравления от певицы на ее официальной Facebook-странице. Его дебютная песня на китайском языке «Вечные воспоминания» заняла 1-ю строчку чарта iTunes в первый же день. После того, как Димаш представил песню «Ocean Over Time», которая стала саундтреком для игры Moonlight Blade, позже на одном из пассажирских самолетов, курсирующих между Шанхаем и Пекином, появилась реклама игры с фотографией Кудайбергенова.